Ноги выпил. Ноги. Спокойно, спокойно. Полиция. Дата, месяц, год рождения. 11-го. Город, в каком родились? Москва. За что задержаны? Жизнь. Что сегодня ночью делали? В машине ездили. Где? В колюще, режущий, запрещенный предмет имеется? Нет. Ногу. Правую ногу. Встань. Число, месяц, год рождения. 11.06.1985. За что задержано? За поджог. За поджог чего? Шкафов электрических. Место? Район Вишняки. Район Вишняки. А более точное место? Это между станциями Вишняки и Плющево. Железнодорожными станциями? Да. Понятно. Откуда поступил заказ и кто его получил? От сотрудников. Кто его получил, а мне передал сотрудник ФСБ. Понятно. Вы понимаете, что, собственно, таким образом могли пустить под откос движение поездов? Поезда могли столкнуться? Ну, если не увидев светофор, то да. Ну, содеянного раскаиваетесь, вину признаете? Ну, если честно сказать, с одной стороны, да, с другой, даже не знаю. Ну, вину признаете свою? 50/50. Ну, то есть, то, что вы поджигали шкафы на железнодорожной станции, вы не отрицаете? Я нет. Что там отрицать все равно? Ну, то есть, поджигали? Камеры. Сколько шкафов вы подожгли и сколько вы должны были сжечь шкафов? Вообще 8. Собирались сжечь 8, а сожгли сколько? 3. Сожгли 3? Да. Должны были 8? Да. По какой причине остальные не стали поджигать? Один не получился, да, и остальные не удалось скрыть.